что, вот и продолжение наших новостей. К нам приехали жить в наш питомник и искать своих мамочек и папочек. Целых 5 щенков из 2 пометов. Мы решили с заводчиком, что детки будут жить у нас. Это дети, которых я вам сейчас покажу, вы их уже видели. Это дети приехали от нашего Космоса и Елисея. Двое из них уже у нас здесь. Это сестренки Раека и Изабелька. День, боже мой, все перепутались. Вот бело-шоколадная Изабелька и шоколадка Раека. Так, как тебя там зовут? Никого там не кусать. Итак, сейчас у нас будет знакомство. Знакомство всегда это волнительно очень. И потом я вас, конечно, со всеми познакомлю. Дети будут жить у нас. Помет многоплодный от Космоса. И дочки мажора. Их целых 6 щенков. Одна девочка осталась в питомнике у заводчика. И 2 малыша. Они еще очень маленькие. Им 1,5 месяца. У них разница в 3 недельки. Это 2 девочки. Все имена потом расскажу. Ну, то есть я уже их снимала, показывала. Сейчас все должны перезнакомиться. Ой, ой, Тарантино здесь знакомится. Все дети будут искать своих мамочек и папочек из нашего питомника. То есть они будут открыты для резервирования. И на момент переезда, как и все наши щенки, будут полностью привиты, чипированы. Дети здоровые, красивые, наших кровей. Еще раз, это 2 малышки короткошерстные Елисеевны. И получается теперь почти целый помет от нашего Космоса и внуки мажора. Да, вот так вот интересно. Глаза разбегаются. Вот так вот должны, видите, никто не кидается, не истерит. И дети очень хорошим характером. Другого быть не может, наших-то кровей. Все эти детки переехали к нам. Теперь запутаетесь, но ничего, привыкнем. Я тоже еще должна буду к ним привыкнуть. Посмотрите, Нанечка, какое солнышко. Малышки сразу ушки лижет. Мои вы куколки, вот такие ласковые дети. Да, вы такие ласковые дети. Видите, нюхают, моют, умывают. Нанюшка взяла сразу шерсть. Вот такие вот чувства. Вот такие чувства можно наблюдать. Как собаки. Видите, никто не орет, никто не дерется, никто никого не обижает. Да, они будут общаться, будут, конечно. Во-первых, здесь уже Изабель и Раека, это их родные. Они росли вместе буквально несколько дней в нашем питомнике. Видите, он радуется. Раека, это Арзун, да, по-моему. И вот я еще должна к кличкам привыкнуть. Их заводчик, переводчица. Они очень красивые имена, все со значениями. Арзун радуется. Ой, господи. А Нанечка... Берут сразу шефство над малышами. Вот такие вот у нас Елисеевны. 2 куколочки красивенные. Иди сюда, мое солнышко маленькое. Посмотрите на эту прелесть. Ой, ничего не видно, посмотрите, говорю. Вот оно какое крошечное мини-чудо. Девочки, да. Вот такие куколочки. Ваши, ваши. Сейчас освоятся. И будет у нас все отлично. Сибирюшка проверила, как дела. Нанечка, тебе понравилось? Шаман, скажи, боже ты мой. Жанна. Мамочки здесь Жанна, Жасмин и Анфиса. Анфиса и Фанточка здесь. Анфисе вообще, по-моему, по барабану. И тебе по барабану. Скажи, сижу, смотрю. Хорошулькины мы. Ну что, узнали вы наши новости. Обживаемся. Всем привет. До новых видео, до новых встреч.